Всем привет! Мы приехали покупать где рыбок. Рыбки? Где рыбки? Да, только не надо так кричать, пожалуйста. Мама! Вот, вот, смотри. Пожалуйста, не кричи так громко. Я наверное там вода для собаки. Для собак? Хорошо. Купила я рыбок. Вот так. Здесь, к сожалению, у меня в магазине не получилось заснять. Дети бегали, отвлекали. Я боялась, чтобы они никуда не убежали. Вот видите, там два маленьких черных ангела. Вот так. Вот так они. Вот так они. Их дают в пакетике. Видите? Тут пишут штрих-код, номера. Вот так они могут стоять. Так мы поедем домой. К сожалению, не очень красиво, конечно, выглядит. И еще мы купили сейчас так. Так, 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 так. Кто это? Лягушка, да. Вот так. Я просто хочу показать, как мы покупаем. Вот так. Ой, ее не очень хорошо видно. Вот она. Я попросила самую толстую. Ой-ой-ой, красавица. Хорошо, все. Поехали с нами домой. Опускаем мешки с водой в воду, с лягушкой, с рыбками, ангелами, чтобы вода в мешках, которая и в аквариуме, нормализовалась и была одна температура. Тетя, отойди, пожалуйста. Как долго они должны стоять? Пару минут. Оптимизация так быстро сработает воды? Он лягушка, квакушка. Два ангела. Вася. Вася. А если ты включи нормальный желтый цвет? Мы включили синий цвет, потому что рыбы, как и люди, если их засунуть посторонние куда-то в общежитие, где они не были. Да, но я же снимаю, мне неудобно. Людям же не видно, как они выпускаются. Как выпускаются? Обыкновенно выпускаются. Открывается мешочек. А почему именно с этой стороны? Почему нельзя один с одной стороны, другой с другой стороны? Можно. Ну вот так и сделайте, пожалуйста. Я делаю так, как мне удобно делать. Пошла торпеда. Это африканская лягушка моя. И вот эти. Где Бубочка? Подожди, зайчик, потом посмотришь.
Маленькие. Ты мне мешаешь, сынок. Ты попадаешь в кадр, Сайчик. Что ты добавляешь? Маленький секрет. Это не маленький секрет, не выдумывай. Это маленький секрет для того, чтобы при замене воды, добавлении рыб. Новых рыб. Новых рыб, да. Я использую вот этот вот. Какой вот этот? Препарат стресс-код. Не, стресс-код. Зачем рекламируешь? Людей за это платят.